Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как легко и быстро можно сделать сигнализатор поклевки, проще и удобнее которого, наверное, уже не придумаешь. Для его изготовления потребуется кусочек вот такого силиконового шланга. Покупал я его в обычном автомагазине. Диаметр его 8 мм. Шланчик очень мягкий. Брал я его, по-моему, для прокачки тормозов. Также потребуется провод в изоляции, подойдет как алюминиевый, так и медный. У меня вот наружный диаметр у него 4 мм. Из инструментов ножницы и плоскогубцы. Выравниваем провод, отмеряем 20 сантиметров и откусываем. Вот такой кусочек нам и нужен. Силиконового шланчика нам понадобится 2 отрезка длиной по 5 сантиметров. Также отмеряем и отрезаем. Один и второй. После этого ищем у провода середину и здесь делаем загиб от 90 градусов. Дальше отступаем от центра ближе к краю 4 сантиметра. И здесь делаем еще один загиб. Также делаем точно такой же с другой стороны. Вот такая заготовочка должна получиться. Теперь вовнутрь нужно сделать вот так вот тоже небольшой загибчик. Вот что примерно должно получиться. Опять же все выравниваем. То есть здесь наклон получается, ну, градусов, наверное, 70-60. Дальше берем и краешки подгибаем в сторону загиба. То есть немного плоскогубцами согнули. Ну, здесь толщина вот как раз самих плоскогубцев. Подогнули и сжимаем. Такая вот, друзья, готовая рогаточка уже получилась. Осталось только собрать и проверить. Ну вот на эти загибы одеваем силиконовую трубку с одной стороны и с другой. Ну а нижнюю часть одеваем на нашу стоечку. Насаживаем поглубже. Ну вот что у меня получилось. Чувствительность такого сигнализатора очень легко отрегулировать путем либо более сильного натягивания трубочки на стоечку, либо наоборот ее немного вытаскиваете, тогда будет мягче. Сигнализатор готов, давайте проверим его в работе. На улице у нас еще пока идет снег, поэтому принцип работы покажу в домашних условиях. Вот, допустим, пришли, воткнули стоечку куда-то там в грунт, с любого бока зацепили бубенчики, закинули спиннинг. Ставите на стоечку, все заряжено. Грубо говоря, поклевочка. Вот чуть-чуть, еле касаясь пальцем кончика удилища, все срабатывает. При подсечке хватаете спиннинг, стоечка на месте, спокойно вытаскиваете рыбу, перебрасываете и ставите обратно. У удилищ, соответственно, толщина и вес разный, поэтому здесь можно с помощью вот этой вот подвижной конструкции регулировать чувствительность. Чем ближе пододвинете верхнюю часть самой стоечки, тем будет жестче. Чем дальше отодвинете, тем будет мягче, соответственно. Транспортировать все это дело можно как непосредственно на самой стоечке, также просто сняв и положив куда-нибудь свой рыболовный чемоданчик. Вот такая вот, друзья, очень интересная конструкция у меня получилась. Летом обязательно с ним будут видеоролики на рыбалке. А на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до новых интересных видео.